Липовка. Начало августа, а грибы только начинают появляться. Ну вот маслята. Ух ты. Маслята. Что-то ж маленькие очень. Мелкие, как пуговки. И немного их. Надо травку найти. Поганки стоят. Это маслята. Красивые. Мелковатые, правда, но ладно, на жареху наберем, да и вперед. Ну и неудивительно, что большие червивые. Ну вот на склоне, где солнышко пригревает. На том склоне, где куда солнышко попадает, вот так точнее. Ну, тоже стоит. Смотрим. Вау, какой классный. Какой классный. Карабкаться, конечно, по отвалам не хочется, что-то лень, матушка. Вот, сменили место. Пожалуйста, карьер. Вон сколько воды я, ведяшку уже выкладывал. Все, все, вода поднялась капитально. Вот там вот дальше, в том конце сибирячка. Ну, в общем, дела идут. Маслят полно, но уже червивых много. Поэтому приходится выбирать. Вот это большие, можно не смотреть. Рыжики только-только появляются. Вон они. Вот еще. Вот еще рыжик. Вот еще один. Внимательно смотреть надо, а то он они прячутся. Вот тоже рыжики.
Вот, прошел, даже не заметил. Внимательно нужно смотреть. Там, где влажность, там они. Вот тоже. Вот. Только пошли. Там вот маслята. Масленок тут же за компанию. Черт. Ну это плохое видно, что этот тоже. Здесь свуха. Поменяем место, где влаги больше. Вот маслята хорошие, с пленочкой, с толстой ножкой, такие вот, не совершенно коричневые, а бледноватые, мясистые они, по осени там, где ой. Вот. На открытом месте, там, где их иней прихватил. Даже не иней, а роса. Иней-то еще и не было. Вот он, светлый. Это вот старый, коричневый. Другой сорт. А эти, о, исключительные. Вот из маслят только их и нужно брать.